Остались остальные. Господи,
явился свет твой пред человеки, как он видит добрые дела твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесе всегда. Благослови высокопреосвященнейший Владыко. Благословен царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки. Землю, посылая
источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, да появятся звери сильные, ждут тонады, жажду свою, да ты птицы небесные, приметают посреди камень, и это держ вас, да паяй город, при выспрене своих плододел, пресветится земля, прозевая траву скотом, и злак на службу человеку, не вместе хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, ума сетелится елеем и хлеб, сердце человека укрепит, насытятся древа римская, кедры ливанские, жизни насадил, там у птицы выгнездятся, и родимо жилище предводительствует ими. Горы высокие, еленем камень, прибежище заяцем, сухарил из луного времена, солнце познать запад свой, даже высыть свой, и с ночью. Где же пройдут все звери, то правнее скинги, рыкающие, восхитите, взыскать от Бога пищу тебе. Высия солнце, и собравшихся, и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое, и на дело не свое до вечера. Яко возвеличившись дела твоя, Господи, вся премудрость, и сохранил еси, наполнись, и земля стварит твоя. Сие море великое, пространное, тому гаде, и жене с числа, животное малое с великими, тому корабли приплавают с миссией, его же создалось, и братья, ему всяк тебе чаю дать и пищу, и во благо время дашу тебе им соберут, отрежут тебе руку, всячески исполнится благости, отвратью же тебе лице возметут, все ты лишь дух, и исчезнут, и шлец твои возвратятся. После же Духа Твоего Иисус Иисус все обновишь в лице земли. Будет слава Господней во веки, возвеселиться Господь, взять своих, презирая на землю, творяю, трястись и прикасаясь, его раны дымятся. Воспою, Господи, в житии моем, Твою Богу моему, Дождь уже есть, да посладится ему беседа моя, аж развеселюсь, Господи, да исчезнут грешницы от земли. Беззаконница, яко же не быть, и им благослови душе моя Господа, сердце твоя запад свой, Боже, носить свой и блесной, яко возведи душа все дела твоя, Господи, всякой мудростью сотвори, неси слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, миру Господу помолимся. Господи, помилуй. О, в мире и спасении душ наших Господу помолимся. Стояний святых Божьих церквей и соединений всех, Господу помолимся. О святом храме всем и с верою благоговением и с правдом Божиим ходящий путь, Господу помолимся. Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине высокопреосвященнейшем митрополите Клименте, и о Господине преосвященнейшем епископе Елисее, и о Господине преосвященнейшем епископе Иоанне, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. О Богу, храни меня и стране нашей Российской, и спасение ее, о народе власти и воинствия, Господу помолимся. Обители сей, в святом граде, в стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. О благословение воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.
бедствующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолься. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я буду делать все, что в моих силах.
Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей
со всеми святыми помянулся, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Господи, ты услышь меня. Господи, 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 ты услышь меня.
жены. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Thank you.
Слышим Святого Евангелия.
человеку домовиту. Иже изыде зело утроное те делатели в виноград свой, и совещал сделатели по пенезю на день, посла их в виноград свой. И сшед в третий час, видя ины стоящие на торжище праздные, и тем рече, идите и вы во виноград мой, и еже будет оправда, дам вам. Они же и дошо, паки же и сшед шестый, и девятый час сотвори такожи. Бо единый же на десять час исшед, обрети другие стоящие праздны, и глагола им, что здесь стоите весь день праздны. Глаголовши ему, яко никто же нас наёт. И глагола им, идите и вы в виноград мой, и еже будет праведно, примите. Вечер уже бывшу, глаголу господин виноградок приставнику своему, позови делатели, и дождь им мзду, начен от последних до первых. И пришедше иже воедино на десять час прияша по пенезю, пришедше же первые мняху яко вяще примут, и прияше идти по пенезю. Приемше же роптаху на господина глаголюще, яко сей последний единый час сотворишо, и равных нам сотворил их еси, понесшим тяго тудне и вор. Он же отвечав рече единому их, друже, не обижу тебе, не по пенезю ли совещал еси со мною, возьми твое и иди. Хочу же и сему последнему дати, яко же и тебе, или несть милец сотворите, еже хочу во своих ми, аще око твое лукаво есть, яко аз благ есть. Тако будут последние первые и первые последние. Мнози бо суть звони, мало же избранны. Помилуй, помилуй,
Преосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Клименте, и о Господине Преосвященнейшем епископе Елисее, и о Господине Преосвященнейшем епископе Ионе, и о все его Христе, братья и души. Oh.
Наше Господь.
решение и грешное спасти от них первый день, еще первый, как и сели самое чистое тело Твое, и сели самая чистая кровь Твоя. Молюсь его Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и исподоби меня неосужденно. Причастись и причисты Твоих таец, восставление грехов, и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная песня Божий, причастника, причастницу меня прими. Не по врагам Твоим тайну полем, не лапзанья Ти дам, як Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во царствие Твоем, да не в судере в осуждение, будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Имена громко. Thank you.
на второй час мы заходим. Христу Богу предадим. И Господи Господи, 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 Господи,
Владыко Вседержители, жизнь Твой премудрости соделывай, и незречено Твоим промыслом многою благостью, выдви нас причастные дни сия к очищению душа и тела, к воздержанию страстей, к надежде воскресения, и же 40-й день не скрижали вручив, Бога начертанные письменно в годнику Твоему Моисееви, подашьте нам блаже, подвигом добрым подвязайтесь и в течение поста совершите, веру нераздельно соблюсти, главы невидимых змеев сокрушите, победителем же греха явитеся, неосужденно достигнуть и поклонитеся, и святому воскресению, яко благословися и прославися, пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Всегда в ней присно и в обеих веков. Слава Тебе, Отче Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и в обеих веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святой славы святых апостолов, святой славы добропробедных мучеников, преподобных богоносных отец наших, святых 40 мучеников, и же Всевостейским озере мучившихся, мученика Квадрата и дружины его, и же святых отца нашего, Григория Двоеслова, Папы Римского, святых и праведных Бога, Отец, Иоаким и Иоанн, и все святых, помилуй Ты, спаси нас, яко благ и человека любит.
появились и вообще внесли в нашу жизнь такую свежую струю интеллектуальности и интереса к науке. Вот у нас Царицынский православный университет, он вообще небольшой по своей численности студентов, но он уже лет 15 лет. Вот это наше, в общем-то, единственное духовное учебное заведение, если не считать, конечно, воскресных школ с приходом. А здесь была казарма. Вот мы на этом месте строили храм. Строили храм. И вообще это была для нас находка. Милость Божия, потому что монастырь Святогорский был разрушен. Вот. А мы в этом владетельским домом получили место и для жизни иноков, монахов, и для административной работы, и вот место для молитвы, вот этот вот святой храм, который служил для военных спортзалов. Вот так. Раньше, значит, храмы превращали в спортзалы, а в наше время наоборот, спортзал превратили в храм. Я считаю, что это знамение времени и милость Божия к нам, потому что иначе нам было бы трудно. Вообще, недавно наша епархия разделилась на три части. Но, наверное, это лучше для дела, потому что один архиерей 200 или 300 приходов посетить не может как следует. А когда на три части разделили епархию, то это, в общем-то, оказалось целесообразным и благим делом для улучшения пасторского душепопечительства. И у нас еще есть архиерей владыка Иоанн, владыка Елисей, также из них своя епархия. Владыка Иоанн Калачевский, владыка Елисей. А Улюпинск для нас славен тем, что в нем есть чудотворные иконы прославленные Божьей Матери. Поэтому он теперь стал владельцем святыми целыми прошлыми, хранителями святыми, родителями. Да. Ну вот, спасибо. В этом храме, слава Богу, уютно служить, и большая радость и благодарность Богу у меня в связи с этим, что можно было вот это вот устроить. Помню, это в присутствии Владыки Тимина мы здесь благоустраиваться начали. Он дал несколько дельных советов. Вот. И тоже радовался за нас, что у нас появляется нечто очень нужное, где можно и Богу молиться, и учеников учить, и церковную жизнь организовывать. Ну вот, нам, кроме наших немощей, нечем хвалиться, потому что, конечно, мы далеки от совершенства и в нашей школе, и в нашей жизни, и в организации и вообще процесса улучшения епархиальной жизни. Но теперь, вот с недавнего времени, уже год, это, появились еще две епархии. Одна Урюпинская, а? 4 года. Калачевская епархия и Урюпинская появились. Ну, может быть, у них Италия когда-нибудь, не знаю. Но у меня пока нет.
такие дела. Теперь вот эти вот барышни наверху стоят. Это ученицы нашего Регенского церковно-клерического факультета, нашего университета. У нас два богослужки и церковно-клерического. И мы им очень рады, и они со своей стороны дарят нам радость молитвенного пения. И я думаю, что не каждый монастырь может хвалиться такой школой. Но мы не хвалимся, мы просто говорим то, что у нас есть, и благодарим Бога за то, что произошло и будет дальше. И теперь, значит, сегодня у нас будет собрание, вот собрание духовенства, полагается. Ну, может, мы на минутку зайдем к ним. А сейчас, благодарящий Бога и вас за ваше усердное служение, за этот праздничный день, пойдем чай пить. Я хотел бы поблагодарить вас за приглашение, за эту совместную службу, за совместную молитву, прославление подвига 40 мучеников, передать благословение святейшего патриарха Кирилла. Сюда известную, знаменитую Волгоградскую землю я приехал по его благословению, чтобы здесь провести выставку «Радость Слова». Это выставка, форум, имеет просветительское значение. Главная задача этого мероприятия – напомнить нам о книге, о православной книге и, самое главное, о Евангелии. Евангелие – это основа жизни. Без Евангелия христианин не может жить. Я вспоминаю своего одного профессора Московской духовной академии, Георгиевского Алексея Ивановича. Он преподавал литургику, очень часто приходил на урок и приносил с собой маленькую книжечку Евангелия. Он нам показывал и наставлял: читайте, это кислород вечности, он говорил про слова Евангелия. И действительно, как для физического и жизни нашего тела нужен нам воздух, нужен кислород, и только побудем в таком помещении, где много людей, где душ, сразу утомление духа, расслабленность тела бывает. Как же без слова Евангелия бывает расслабленность души. И человек может забрести в такие дебри, что тут трудно выйти. Евангелие проливает нам свет. Куда человек должен в жизни идти? Евангелие напоминает нам о цели жизни. У человека есть три закона. Это естественный закон, по которому жили люди еще до Моисея и спасались. Закон каменный, который дал на каменных скрижалях Господь пророку Моисею. И закон благодати, который дал нам Господь Иисус Христос. Новую заповедь Он открыл нам, что основа жизни – это любовь. И вот всякая книга, которую мы берем в руки читать, она должна приводить к Богу, она должна развивать в нашем сердце добро. К сожалению, в современном мире детей уже не учат, что такое хорошо, что такое плохо. Другие принципы жизни владеют человеком. Бери от жизни все, и как тебе лучше, так и поступай. Мы знаем, сколько бед принесло это. Мы знаем, сколько покалечено человеческих душ. Почему? Они не знают, как человек должен жить. Они не знают Евангелия. Для России одна из больших трагедий сегодня то, что, несмотря на то, что 25 лет нету богоборческой идеологии, наш народ еще не познал Христа.
и как сильно влияет на нас Адамово наследство. Вспомним, давайте, первого человека Адама. Не случайно церковь перед постом напоминает нам об изгнании Адама из рая. Он согрешил. У него была возможность покаяться. Он каяться не стал. Он свалил свой грех на Еву и на Бога. Еву, которую ты сотворил, дала мне, и я ел. Я нарушил заповеди, получается, не по своей воле. И вот мы, даже сейчас, 25 лет прошло, и мы все говорим, когда и храмы еще не построены, которые были разрушены, и жизнь духовная не налажена. Это все советское время влияет на нас. А уже молодые родители, они родились после советского времени. Они сами не приходят, и детей своих не ведут. Откуда такая неприязнь у них к вере? То, что они крещенные, это недостаточно. Нужно еще жить по Евангелию. Мне вот вчера, когда я ехал в Сыропорта, показали там, в Волгограде, и Ашан есть, и такие шикарные магазины, и все прочее. И сколько людей приходит туда? Сколько людей тратят дорогое жизненное время? То, что они там приобретают, они с собой за черту жизни не возьмут. Что они в храме приобретают, мы приобретаем для вечности. Вот сегодня праздник 40 мучеников Севастийских. 40 христиан исповедовали Христа. Их холод оставили в холодную воду, замерзшую воду. Они стояли всю ночь. Один не вытерпел, убежал. Рядом на берегу была баня. Но воин, который стерег, увидел, что остальным 39 за ночь ничего не стало. Сразу принял Христа. Явили веру. Мы иногда говорим о советском времени, осуждая его, осуждая и разрушение храма. Но мы не благодарим Бога за то, что Он дал нам такой великий сон мучеников, новомучеников. А ведь мученики — это слава церкви. И у вас тоже мощь преподобного мученика Николая. Слава наша. Вот мы должны смотреть, как они хранили веру. Тоже хранили. Многие из вас есть священники, которые и владыка. Владыка принял священный сан, стал служить, учился в семинарии, в академии в период, когда были хрущевские гонения, когда хотели показать последнего священника по телевизору. И я вспоминаю то время, какая горячая вера у людей была. Люди с высшим образованием уходили со своих должностей, работали уборщицами, только чтобы сохранить веру, иначе их им требовали, чтобы вступили в партию. Нет, нам не нужны блага, не нужна хорошая зарплата. Мы будем полы мыть в кабинетах. Я сказал, где плевали коммунисты. После них убирать, а мы свободны. Мы можем пойти в храм, нас никто не упрекнет за это. И храмы были полны. Храмы были полные. У нас храм был. Я жил в Подмосковье, где-то минут 7-8 ходьбы, а если бегом, за 5 минут мы добежим, молодые. Иногда начинает колокол звонить, мы быстро, раз, с братом, у меня брат владыка Дмитрий Тобольский служит,
Западной Сибири. На перегонки, кто быстрее успеет добежать, пока не кончился колокольный звон. Потому что мы верили, пока звонит колокол, ангелы встречают всех ходящих в храм. Мы торопились успеть. И приходили уже храм был полный. На улице стоял народ, молился. А когда каникулы были, мы ездили по селам. Поддержать там приходы, потому что в селах было мало людей. А если приезжают на праздник, на воскресенье, приходили власти, люди ходят, закрыть храм нельзя. Отстаивали веру. Сейчас не надо отстаивать, надо ее развивать. А у нас, оказывается, сил нету развивать веру. Почему? Маловерно. Мы должны надеяться больше на Бога. Мы должны верить Богу. Верить Христу, что Он сказал. Ни одного слова, которое написано в Евангелии, оно не пройдет так. Оно действенно. Оно имеет силу. Оно исполняется в нашей жизни. За каждый грех мы даем ответ. И уже здесь, на земле, бывает, нам приходится давать ответ. Откуда физические болезни? Откуда физические немощи? Чаще всего от нарушения заповедей Господних. От неправильной жизни. Вот как правильно жить? Надо читать Евангелие. Надо читать святых отцов. Надо читать писание аскетического, нравственного содержания. Надо читать художественную литературу, добрую, хорошую художественную литературу. Со мной приехал Виктор Николаевич Николаев, писатель. Где-то он здесь, дорога стоит. Человек прошел Афганистан. Имел ранение, врачи сделали заключение, ранение несовместимо с жизнью, то есть смерть ему. Но сказали врачи, ну попытаемся чего-то сделать. Его супруга день и ночь стояла на коленях и молилась, читала живые помощи, молилась Богу. То, что говорили несовместимо с жизнью, Господа совсем другие планы были. Выжил, восстановился, и Бог дал ему талант, дар писать, и стал писателем. Вот произведение «Живые помощи» он так и написал о судьбе человека. Оно уже выйдет скоро в 20-й тираж. И его берут и читают. То же самое и другие произведения. И о детских проблемах он написал, и записки из Шамардина записал, записки, рассказы простых людей. Вот такую литературу мы должны читать. Она приводит нас к Богу. Та литература, которая не приводит к Богу, не развивает в нас добро, она от лукавого. К сожалению, современный мир и общество подвержено влиянию этой литературы. Включить телевизор, а лучше не включать телевизор, а постом тем более, ничего доброго не увидишь. Одно насилие, распутство. Даже показывают здесь семью, обязательно разведенную. Почему не покажут целостную семью? Что такое семья? Есть одна интерпретация слова этого. Семья. Семь и я. Сколько детей должно быть в семье? Старина говорила, сколько Бог даст. И говорили, дети – это дар Божий. А сейчас называют дети эти хвостики всякие, помехи и прочее. Совсем другое изменение. Мышление стало. Почему так?
да, советское время не дало нам духовного и нравственного воспитания. Но сейчас мы должны взяться и наверстать упущенное. Основа воспитания в семье. А что такое семья у нас? Мне не надо так говорить. Это домашняя церковь. Вот домашняя церковь должна быть, православная семья должна быть образцом в этом обществе, в современном мире. Вспомним, давайте, первых христиан. Что про них писали? Язычники свидетельствовали, посмотрите, как христиане живут. Они были примером тому обществу. А мы можем сказать о своих семьях, что они пример нашему обществу. Почему не можем мы сказать, вот семья, родители приходят, детей нет. А неправильное отношение. Ко мне как-то в Калуге, я говорю о калужской ситуации. Здесь, думаю, намного лучше. В Калуге ко мне подходит как-то одна женщина, напоминает мне и говорит, помните, в таком-то году, лет 10 назад, в воскресной школе учился такой мальчик, сейчас он уже вырос, институт окончил, живет в Москве, женился, а детей крестить не хочет. Я так убеждаю, все. Хожу сейчас в храм, а я говорю, а когда вы тогда, как вы тогда жили? Я его посылала в храм, а сами ходили? Нет. Дома постелись? Нет. Родители посылали ребенка идти в храм, она, ребенок ходил в воскресную школу при соборе. Постятся? Поедь, постись там. Дома котлетку ешь мясную. Говорят, тебе молиться надо. Какой молиться? Посиди, поиграй в игры, телевизор посмотри. А когда из него вышла вот такая непонятная, что такое, и не христианин, хотя сам крещенный, но детей говорят, нет, не надо крестить. Говорит, нет, церковь ничего не дала, ему семья ничего не дала. Семья работала контрпродуктивно. Церкви говорили, читай Евангелие, дома говорили, читай Толстого, читай кого-то вот современных писателей. Церкви говорили, помолись, дома не нужно, даже иконы прятали у него. В доме не должны быть иконы, ты ходи. Вот такое воспитание семья разрушила жизнь человека. Он сам не потому, что он, не, как говорится, не признает Бога, не хочет. Он сам говорит, я не пойму. В детстве меня дома учили одному, в церкви другому. Вот мы должны учить и дома так же, как учит священник церковь, как учит Евангелие, как учит Господь. Мы должны этой жизнью жить. Мы должны вместе научиться вечером, не как сейчас традиции бывают после ужина, каждый свой угол со своим гаджетом, а сесть вместе почитать книгу, с детьми почитать книгу, с детьми помолиться. И надо приучать это с детства, с юности, когда ребенок питает свою жизнь основой православия. Православие – это не какая-то сумма знаний, которая написана в катехизисе или где-то. Православие – это сама жизнь. Вот тогда человек сможет, когда вырастет, хранить то, что он имеет. А православие для нас имеет великое значение. Православие, вера, язык, который принесен был при князе Владимире с принятием веры, и культура, которая пришла из Греции, она сделала нас великим русским народом. Если это разрушится, то разрушится и Россия.
мы должны беречь. Это основа нашей жизни, нашей государственной, нашей церкви, нашего будущего. И вот эта выставка, которая, форум, который здесь открывается, она познакомит с новинками православной литературы, и богословской, и аскетической, и художественной литературы. Я уже назвал, Виктор Николаевич здесь, Николай приедет, отец Николай еще писатель, тоже здесь будут встречи проходить, общение, можно задать вопросы, они ответят на ваши вопросы, познакомят вас с литературным православным творчеством. Я хотел бы еще раз передать благословение вам святейшего патриарха Кирилла и поблагодарить дорогого владыку и Епископа Андрея за то, что вместе молились, такое внимание оказано к этому мероприятию. И пусть Господь укрепит нас на нашем жизни. Аминь. Храни Господь. Спасибо, Владыка. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо.